Жители Амгинского улуса намерены возродить село Булун. Село Булун пришло в упадок в начале 90-х годов, тем не менее здесь сохранилась инфраструктура. В поселке раньше занимались земледелием. Кроме того, Булун отличается красивой природой. Сейчас по программе «Дальневосточный гектар» земельные участки в поселке получили 54 человека. Они планируют заняться сельским хозяйством, в частности земледелием. Стоит отметить, что в рамках программы новые поселения могут появиться и в Хангаласском, и Мегино-Кангаласском улусах. Комитет управления муниципальным имуществом, да, именно поставил вопрос о том, что желаем ли мы создать новое поселение в рамках существующего села Булун. И мы все выразили свое согласие именно по созданию, да, чтобы получилось там. И мы хотим сейчас вступить в федеральную программу по дальневосточному гектару, чтобы нам подвели дороги, подвели помогли с электричеством, помогли организовать какую-нибудь местную кооперацию для реализации нашей выращенной продукции.